Итак, всем привет, с вами Андрей. macOS установлена на AMD компьютер. В предыдущем ролике мы ставили систему, мы создавали флешку, мы настраивали Open Core, ставили систему. Это у нас macOS Catalina 10.15.7. Актуальной версией является на данный момент macOS 11.5.2 Big Sur. Поговорим об обновлении системы. Открываем UEFI, конфиг. Так как мы в патчах, вот здесь указали количество наших ядер, вот здесь, и патч включен, не составит проблем обновиться до macOS Big Sur. Поехали обновляться. Открываем системные настройки, обновление ПО. Пару слов об обновлениях безопасности. Наверное, так вот, это только на этом компьютере. Если доступен какой-то другой апдейт, кроме самого обновления безопасности, сначала ставим вот это обновление, а потом устанавливаем вот это вот. Давайте попробуем сначала обновить Safari и поставить обновление безопасности macOS Catalina. Нажимаем «Установить». Я снял галочку с обновления безопасности. Ожидаем. Обновление Safari успешно установлено. Теперь попробуем поставить обновление безопасности. Нажимаем «Установить» и нажимаем «Перезагрузить».
вот, система наша обновлена. Продолжаем. Пробуем обновиться до macOS Big Sur. Нажимаем загрузить. Вот у нас загрузилась система, закрываем, нажимаем продолжить, принять, диск уже выбран, нажимаем продолжить, вводим пароль и ожидаем.
Вот и обновилась наша система с Catalina до Big Sur. Скачивали мы 11.5.2, а установилась 11.5.1. Значит, мы продолжаем наш ролик. Мы заходим в системные настройки, обновление ПО. И видим, что нам доступно macOS Big Sur 11.5.2. Мы нажимаем «Установить». Речь пойдет о номерных обновлениях и обновлениях безопасности на AMD процессор. Поехали, установить, принять. Ждем, пока загрузится macOS Big Sur 11.5.2. Вот скачалось наше обновление, и нас просят перезагрузить компьютер. Перезагружаем наш компьютер. Thank you.
и обновилась наша система. Как говорится, до конца. Версия 11.5.2 на нашем AMD процессоре. Все работает, ничего не отвалилось. Вот так довольно просто можно обновить систему на AMD процессорах. А все потому, что когда мы устанавливали систему Catalina, мы вот здесь в патчах указали количество ядер нашего процессора. Force CPU ID Core Pair Package. Всем спасибо за то, что смотрели. Удачных установок. С вами был Андрей. До новых встреч.